Мне очень помогли скидочные карты. Один из моих любимых магазинов, у них все еще работает сайт, магазин уже закрылся, но сайт работает. Brookstone.com называется. А как это пишется? Brookstone. Brookstone. Ссылку мы оставим внизу. Да, особенно когда я много занимался арбитражом, я очень много денег заработал на этом сайте. Очень много денег. Там были такие колонки, наушники с кошачьими ушами. Странная тема. Но они очень хорошо расходились. И в магазине эти продукты, они были... Давай приведу пример. На Амазоне эти колонки стоят $200 за продукт. А я мог покупать их за $200 с 30% скидкой по купону на сайте. Минус 60 баксов. Получается 140. Потом мне удалось получить подарочные карты на 15%. Теперь у меня сбрасываются еще $30, остается 110. Теперь я использую другой сайт, который дает 10% кэшбэк, и цена еще сбрасывается. Я зарабатываю хорошие деньги, потому что всем этим я воспользовался. Но я не просто однажды проснулся и такой: «О, Brookstone.com». Вообще сначала я сидел на сайте woot.com, woot.com. Там я нашел этот продукт. Это тот, о котором ты говорил. Так вот, я его нашел и начал копать глубже. И когда я уже на 10 шагов ушел вглубь, я подумал: «О боже, да этот сайт — это же золотая жила». И я продолжал это делать.